Разыскивается подозреваемый в совершении изнасилования с угрозой убийства. По версии следствия, 8 ноября 2012 года около 5 часов утра в городе Шуи неизвестный напал на женщину и изнасиловал ее. По описанию был составлен фоторобот. Предположительно, преступник – мужчина славянской внешности в возрасте от 25 до 40 лет, среднего роста, нормального телосложения. Всех, кто имеет информацию о личности насильника, просьба позвонить по телефонам, указанным на вашем экране, или по номеру 02. Мы просим, но приводим мы несколько телефонов. Телефоны руководителя дела, следователя, который непосредственно расследует указанное дело, и следователя криминалиста. Пожалуйста, если что-либо известно, пусть вы даже сомневаетесь. Сомневаться не надо, мы примем все ваши показания к сведению. И следователь, конечно, в совокупности проанализирует, и, возможно, преступление будет раскрыто. Сообщайте, звоните, конфиденциальность сообщений гарантируется.